Глядя на Марию Шушпанову, и не скажешь, что ей сегодня исполнилось 90 лет. Кредо пенсионерки – не сидеть на месте. Общий стаж работы Марии Сергеевны – 57 лет. В Анапе начала свой трудовой путь старшим экономистом в Роспотребнадзоре. Уже через месяц Марию Шушпанову назначили директором оптовой базы. С тех пор в трудовой книжке пенсионерки только руководящие должности. В их числе – директор ресторана «Анапа», в состав которого входило более 10 дочерних предприятий. Я спрашиваю как-то в горкоме партии, что вы меня гоняете по всем? Уж постоянно дайте, чтобы я работала. А мы тебя, говорит, потому что ты не пьешь, не ешь, и домой не берешь, и с людьми умеешь разговаривать. Вот мы тебя и везде посылаем. Уже на пенсии Мария Сергеевна стояла у истоков создания управления социальной защиты в Анапе. Своими ногами она обошла 400 домов, чтобы узнать, где проживают одинокие люди, нуждающиеся в помощи. Как говорят родственники юбилярши, она ярчайший пример самоотдачи, честности и смелости. По стопам Марии Шушпановой пошла и младшая дочь, став директором комбината питания в Магадане. Она гордится своей мамой и помогает ей с домашним хозяйством. Мама у нас источник, целебный источник в нашей семье. Доброту, любовь к людям, работоспособность, милосердие – это все, к счастью, мамины черты. И она нас наделила ими сполна. По городу, если встречаем маминых сослуживцев, мне так приятно, что они так тепло отзываются, все ей передают привет и говорят: ну, Марья Сергеевна, это просто удивительный человек. На все вопросы о своих успехах Мария Сергеевна отвечает просто: характер такой. Она родилась в многодетной семье, была старшей дочкой и воспитывала младших братьев и сестер. У пенсионерки есть свой секрет долголетия и счастья. Самое главное – быть честным человеком. Это одно. Второе – не лениться, не спать долго, стараться, как сказать, быть активной. И слушать людей. И вот сколько я вот работаю, мне все свою душу открывали как-то. И я тогда планировала, где как лучше помочь. Свои дни рождения Мария Сергеевна отмечает в кругу семьи. Сейчас у пенсионерки трое внуков и четверо правнуков, которые сегодня обязательно приедут поздравить свою бабушку. В этом году они решили устроить сюрприз в кафе. Мария Шушпанова уверена, можно без труда прожить и 100 лет. Главное – не бояться трудностей, заботиться о других людях и любить свою работу. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.